Всем привет! Сегодня, короче, легла в 4 и проснулась в 7. Смотрите, что наварила. Мне уже через пару минут выходить. Это вентилятор, если что, шумит. Они еще застывают. А мне уже выходить надо. Обалдеть! Я пока соберусь туда-сюда, вот они и высохнут. Но кое-кто... Кто-то работает, а кто-то отвалился. Вот это вот тоже все уходит со мной. Медвежата под вопросом. И вот это уходит со мной. Я уходила, он выбежал. Ну, чуть не упал. Да? Фиг его знает, вести его или нет. Уже он бегает, как сайгак. И зажила эта рана. Сейчас понаблюдаю, короче, до вечера. О, ходит он. Пофиг. Не хромает, нормально все. Да? Залезал. Залезал, обезболили вчера, вон все прекрасно. Ой, не знаю. Пойду, не пойду, фиг его знает. Короче, до вечера понаблюдаю, потому что пока я не могу этот самый. Все, сдала. Да хренища сдала. Просто целую багажную сумку, это пипец. Все, забрали полностью. И медвежат. Медвежат тоже забрали. Надеюсь, они хорошо пойдут. И было бы, конечно, прекрасно, потому что у меня уже начинают эти формы залеживаться, так что надо с ними работать. Вот, по плану сейчас немного подмарафетить, блин, кухню, пропылесосить, потому что я когда феном нагреваю свечи, короче, эта лаванда летит на полу, все в этих сухоцветах, в этой фигне. Вот, надо, блин, короче, еще пальцы свои, эти ногти отшаровать, блин, потому что с тем гипсом, конечно, работа пипец, постоянно под ногтями черно, это жесть. Вот, сейчас хочу Денису позвонить, спросить, короче, что он там и как он там. Так что... Ну, немножко так работы сейчас дома есть. И надо хотя бы кофеек попить. Пипец, я голодная. Я сегодня легла в 4, проснулась в 7. Это жесть, если честно. Вот вам и ремесленник, блин. Я сейчас так, когда работаю, вспоминаю эту фигню, думаю, о, все, я буду ремесленником, только буду спать до 12, буду делать и работать свою работу тогда, когда хочу. Вот сколько наклеек вырезала, это капец. Короче, практически все, что у меня было. И у меня остался последний этот клей. Надо будет купить. Ой, боже. Короче, вырезаю. Сейчас пойду, наверное, формы залью. Для того, чтобы все это, короче, сохло. Потому что пока еще даже ничего не отливало. Звонил Денис, говорит, все нормально у него там. Ну, не знаю, возможно, сегодня подойду туда, под больницу, хоть на 2 минутки, так чисто увидеть. Ну, я в магазин собираюсь, поэтому еще параллельно зайду к нему. Занесу кого-нибудь, может, йогурта. Фиг его знает. Ну, и, короче, этот... И, короче, хотя бы увидеть. А там уже, блин, до среды, господи. Надеюсь, в среду выпишут. Если нет, это будет капец. Еще какая-то... Какая-то еще фигня, муха какая-то залетела. Вот, надо было сейчас выгнать, блин, жужжит тут. Ну и в итоге, вот. И вообще, в принципе, планирую сходить за этим рюкзаком. Я вот не знаю, дойду ли я туда. Жесть. И надо отливать. Я сейчас, короче, эти шары позаливаю. Шары залью. Шары, короче, залью. И, собственно, вынесу их на улицу. Но потом все равно придется сушить обогревателем. Ну, фигня. Мне там 4 свечки только отлить, поэтому ничего страшного. Короче, собралась я, значит, за этим рюкзаком. И какая-то туча непонятная. Короче, походу, вообще, может, не судьба мне его покупать. Вот сейчас не знаю, пойду я за ним или нет. Короче, это... Пойду сейчас в магазин. И, собственно, Денису позвонила, говорю, я сейчас там шариться буду недалеко. Он говорит, мороженое мне принеси. Короче, сейчас принесу ему еще моржу в больницу. Ой, капец. Какая-то ветка нам все по крыше барабанит и барабанит. Уже капец просто, с такими звуками страшными. Жесть. Сейчас уже Полина придет через пару минут, а я ему занесу это моржу и пойду, короче, этот... Короче, за этим рюкзаком, если его не забрали. Вот, ну и в магазин надо будет зайти еще. У Полины сегодня последний день лагеря. Я уже говорила, в среду приедут Дениса родители, заберут ее к себе на каникулы. Не знаю, наверное, на месяц. Может больше, может меньше. Фиг его знает, как пойдет. И, короче, этот... Что я могу сказать? И, ну и Дениса, если в среду выпишут, то мы поедем
Все вместе туда. Он тоже хочет родаков увидеть. Все, уже ездит по новой дороге. Открыли с двух сторон. Вообще красота. Купила баночку мороженого и какую-то, типа, не знаю, блин, булочку маленькую. Там, короче, типа, какая-то штука песочная. И между ними повидло. Все, сейчас должен выйти уже. Позвонила. Обойди через эту штуку. Через проходную. А, персонально. Я буду на тебя потом смотреть. Пока. Короче, два раза в день сейчас нос ему чистят. Ну, какой-то фигней там. Вот, поэтому еще пока процедуры идут. Сейчас врач должен прийти, поэтому он чисто вышел и пошел назад. Вот, будут, короче, промывать нос. Ходит на процедуры. Нормально все заживает, все прекрасно. Ой, малая как раз позвонила. Сейчас, короче, и малую возьму. Какие-нибудь, может, эти, типа, леггинсов, либо штаны какие-то купим. Блин, повырастала со всего, остались юбки и шорты только у нее. Поэтому... Ну, блин, я что-то смотрела в прошлый раз. Все такое плотное. Ну, этих узбеков, блин, фиг его знает. Не знаю. Короче, сейчас сходим, посмотрим, что почем. И если будет ее размер, то купим. Машина так боится. Ты по пешеходному переходила или перебегала дорогу где-то? Да, прямо туда. Ясно. Спасибо. О, мы сейчас хорошо зашли, короче, мало того, что ей штаны купили, рюкзак купила, тот, он, короче, так и стоял со шлейками, как мы пристегнулись с продавцом, так он и стоял, короче, я его забрала, и кроссовки еще купила, а, и носков две пары, короче, 100 рублей за все отдали, а так было бы 106, по-моему, короче, еще и скидку сделали, как и обещали. Сразу на улицу пошел, короче, вот какой купила рюкзак, 39 рублей он стоит, но... Там еще скидка была. Две пары носков уже беру 36-41. Офигеть. И вот такие вот обычные штаны. Тут какая-то штука переливается. Просто тоненькие штаны черного цвета. Ну и вот такого вот плана кроссовки. У меня 39 размер, поэтому вот такие взяла, потому что мои уже все. А еще принесла вот такой вот красоты. Это уже всех запрягла. Ну, короче, мне носят на сухоцветы. Ай, капец. Так что это надо посушить будет. Сейчас буду обрывать эти розочки. Они осыпаются и классно повысыхали. Вот, просто вот они легко отделяются. И буду сушить эти лепесточки. Я сейчас в душе была. Короче, помылась. И волосы еще, блин, сырые. Короче, вспомнила, что у меня помимо двух листов, пера и четырех свечей, еще две монстеры надо. Господи. Короче, есть у меня заготовки, пофиг, надо только в белый покрасить. Два листика и две монстеры уже есть, осталось перо высушить. И вот эти вот чаши, они вообще просто толстенные. И надо лить, потому что на крамулерию, скорее всего, надо будут тоже шары, а заготовок вообще почти нет. И, короче, мы с малой... Ну, сейчас звонила Денису, он там, короче, мороженка поел, довольный такой. И булочка сказала вкусная. Короче, мы с малой сейчас заказали Яндекс еду домой с этой, с моей любимой шаурмичной. Короче, я шавуху себе заказала, Цезарь, а ей 6 наггетсов. Вот, жду. Написано, что подъезжает. Что-то тут никто не этот, не подъезжает. Та-дам! Приехала вкусняшка. Вот, значит, шаурма. Тут, походу, наггетсы. Угу. Блин, как вкусно пахнут. И соус. Все, приятного аппетита нам. Спасибо. Они вообще пипец какие вкусные. Еще и горячие приехали. Панировка вообще супер вкусная. И мое большое шаурмо. Офигеть. Вкусно? Ага. Такое в школе давали или нет? Какое? Фонарить. Наггетсы в школе дают. Но они пипец вкусненькие. Очень хорошо пожарены, прожарены. Класс. У меня тут уже кипит работа. Мы поели, и я сразу пошла это все делать, потому что, блин, как-то на утро оставлять это капец.
красила, значит, шары, листочки. Вот, и сейчас буду отливать еще цветные сердечки. И этот тут чавкает. Ну и потом пойду, наверное, ложиться сегодня пораньше спать. Надо выспаться, потому что, блин, я не робот. И, кстати, мылась, и с крестиком у меня колечко отлетело. О, руки какие. Вот, отлетело колечко. Ну, что крестик держался. В итоге надо, наверное, как-то в мастерскую занести и запаять это колечко. И запаять это колечко, либо, не знаю, что делать. В итоге напялила у меня такая штучка-дрючка была. Вот. А потом уже как разберусь, короче, с этим крестиком, уже буду с крестиком лазить. А так, пока, наверное, просто с цепочкой похожу. Ну, мочалкой дернула, и в итоге колечко расслабилось, и все, хана. Вот. А так, эту штуку я уже и забыла даже, что она у меня есть. Руки, конечно, у меня капец. Сейчас позвоню Денису, спрошу, как у него дела, и доделаю свою тут эту работу. Оставлю, наверное, свечи на утро, скорее всего, перед стоматологией. Я их залью, а потом, наверное, уже завезу. Блин, что-то гудит холодильник. Наверное, криво стоит этот самый. Свечи на утро, а эти все изделия надо сделать сейчас. Все. Так что такие вот пироги. Дальше я уже ничего снимать не буду, потому что все равно интересного ничего. Крашу сижу, вот, и потом пойду спать, укладываться. У нас еще светло довольно-таки. Но все равно, пока туда-сюда, видосы смонтирую, все, капут. Так что все, всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока.